Хочешь прикол? Помимо многочисленных фанатов, за мой уход из шоу переживали также ходячие мертвецы. Я с ними сильно сдружился на съемочной площадке, поэтому мы вместе решили записать крутецкий трек о самом наболевшем. Они классные ребята. Жалко, что воняют. Здорово, гнилые, ну что, начнем? Рикардо, постой! Рикардо, прости! Ты не дойчешь и не уходи! Ведь мы без тебя никого не нужны! Мы печальные мертвецы! Йоу! Пока творился ужас в мире, я валялся в коме. Потом очнулся и увидел тело в коридоре. Узнал, что трупы ходят, чувствую, в очке свербит. Кто как не я всех трупов на планете истребит. Вот так когда-то, детки, создавалась вся легенда. Сериал про толпы мертвецов в испачканной одежде. Я в главной роли был шерифом, смелым и красивым. Помимо мертвецов дырявил бошки и кретином. Кретинов стало больше, меньше стало мертвецов. Мы стали раскрывать проблемы сыновей и отцов. Сезон закончился, за ним пошел второй и третий. Живем мы в доме, трупов больше нет, жуем спать. Вот так случилось все тихонечко и очень плавно. Нас под все ужасы пошли, преобладала драма. Сценарий шоу, будто труп на солнце начал гнить. Раскинул я мозгами и решил, Рикардо, пора валить. Постой, Рикардо, прости. Ты не кричи, не уходи. Ведь мы без тебя никого не нужны. Мы печальные. Скажу вам сразу, надо раньше было вам подумать. Теперь же можете свои прости в жопень засунуть. Я состоялся как актер, мне уходить пора. Я в Голливуд поеду, саюнара, детвора. Фанаты уши проржужжали, что сериал скатился. А я ранимый, сука, чуть было в слезах не спился. Вы что решили, я этот базар терпеть собрался? Да хер там плавал, тут же с гимплом через скайп связался. Послушай ты, ублюдок, что ты делаешь с сериалом? В наш адрес критика летит неукротимым шквалом. Давай вернем в проект побольше трупов и кишков. Жить группой будем мы в лесу и никаких домов. Но этот пидор все идеи мои опрокинул. Тогда я выключил лэптоп и до сортира двинул. На троне я сидел, много думал и тогда решил валить из шоу сериалу вы хуйня. Стой, Рикардо, прости. Ты не кричи и не уходи. Ведь мы без тебя никого не нужны. Мы печальные. Йоу, не надо, не уговаривайте меня. Кусь-кусь, кусь-кусь, укушу тебя, беги отсюда. Чав-чав, чав-чав, я тебя предупреждаю. Кусь-кусь, кусь-кусь, укушу тебя, беги отсюда. Чав-чав, чав-чав, я тебя предупреждаю. Рикардо, стой, Рикардо, прости. Не уходи, без тебя никого не нужны. Мы печальные мертвецы. Рикардо, не уходи. Не, пацаны, это пустая трата времени. Рикардо, вернись к нам. Не надо, не уговаривайте меня. Нужен. Святой горох, мы я не вернусь. Мы тебя не будем кусать. Нет. Честно.